Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем вы еще не знакомы. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор и распаковочка моего самого первого заказа. Это у меня заказ служебный, я его так называю. На самом деле это просто мой личный заказ, заказ координатора. Здесь в этом заказе я получаю от компании листовочки, каталоги, подарочки. В общем, если вам интересно, что у меня пришло в моем первом заказе, то оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Друзья, первый заказ я не сказал, да? Первый заказ по каталогу декабря. Вот, заказ у меня на самом деле не маленький, а на самом деле у меня заказ большой. Давайте посмотрим, что у меня в этом заказе пришло. Да, друзья, ожидание года, долгожданный журнал «Фокус». Журнал «Фокус» за январь. Слушайте, ну он такой толстенький, я вам скажу. И здесь же у нас, кстати, сразу приходит журнал «Аутлет». Это распродажа для представителей. Слушайте, он такой толстенький. Но на него, конечно же, я буду делать отдельный обзор. Как обычно, по традиции, не пропускайте, ждите. Но это видео у нас сегодня не о журнале, поэтому хочется заглянуть туда, но не будем подглядывать. Так, эта компания мне высылает каталоги, по чисто символической цене. По-моему, они там идут то ли 19 тенге, то ли 20 тенге. В общем, очень дешево, это каталоги на январь. Это за то, что я привлекаю новых представителей в компанию. Чем больше людей приглашаю, тем больше мне компания выделяет каталогов по такой чисто символической цене. Новинка, кстати, не знаю, пришла она у меня здесь. По-моему, она у меня не в этом заказе, но бог с ней. Я думаю, что скоро еще будет обзор на новый аромат пурбланки, поэтому тоже не пропустите. Вот, каталогов у меня здесь штук 20, наверное, я не буду пересчитывать. В общем, каталоги – это самая главная наша витрина представителей. Вот, поэтому, если вы тоже, вам интересно стать координатором, пишите мне в личку, можете ВКонтакте, можете в Инстаграме. Я вам расскажу, как можно дополнительно зарабатывать в компании Avon, став координатором. Помимо этого, компания нам высылает листовки. Ладно, листовок пока не вижу. Друзья, успел, по-моему, я успел заказать в этом месяце вот такие вот пробники на наши новые ароматы Today Tomorrow Момент. Это женский пробник и пробник мужской. Я их заказываю всегда. Стараюсь много заказывать, особенно вот с такими лифлетами. Это очень удобно. Здесь можно написать свои данные, дарить клиентам, дарить потенциальным новым клиентам. Я об этом вам говорю почти в каждом видео, в котором получаете пробники. Пробник этот стоит 79 тенге. Это сущие копейки, потому что пробник вот такой вот стоит тоже 79 тенге. Но этот пробник удобен тем, что он, видите, он идет на бумажечке. Как я уже сказал, можно написать свои данные. Но, по-моему, уже на сайте этих пробников нету. По-моему, их нету. Надо зайти попробовать разместить заказ. Я не помню, друзья. Что еще? Что еще у меня пришло? А, вот этот вот. Это Эканта. Это гель для душа парфюмированный. Надо воздух туда запустить, он выровняется. Это у нас сейчас объявлена акция всем представителям, кто размещает заказы от 12 тысяч тенге. В заказ вкладывается комплимент от компании, подарочек такой к Новому году за 100 тенге. Так вот, я получил вот такой вот комплимент в этом заказе за 100 тенге. Дальше. Дальше у нас Frozen. Смотрите. В этот раз в демо-продукте, это демо-продукт, это который продукт со скидкой 50%, шел шампунь, вот, шел шампунь, и я решил заказать сразу к шампуню и гель для душа, и спрей для легкого расчесывания волос для девочек, чтобы сразу у меня был вот такой вот комплект, поэтому это у меня пришло по демо. По демо-версии, по демо-продукту, в общем, со скидкой 50%. Это же я заказал по каталогу, чтобы у меня был вот такой набор. Так,
Если интересно, скажу, что шампунь для девочек стоит 979 тенге. И, соответственно, со скидкой 50% он мне обошелся в 489. Поэтому я так думаю, что... на Новый год я этот наборчик продам однозначно. Ну, кстати, у меня на Каспи, в Каспи магазине очень хорошо берут эти наборчики. Сейчас они сняты с продажи, потому что они у меня закончились. Поэтому, если кто-то у меня покупает на Каспи, тоже ссылочка на мой магазин будет в конце видео, внизу под этим видео. Поэтому можете заказывать. Скоро я получу эти наборчики и выставлю их на продажу. Так, еще один продукт, демо-продукт, это Today Tomorrow Тхилап, надеюсь, что я не ошибаюсь. Так, да, это тоже демо-продукт со скидкой 50%, но никому не секрет, стоит он 6090. И, кстати, на моем канале уже есть отзыв на этот аромат. Тем, кто не видел, можете посмотреть. Аромат, в принципе, довольно такой интересный. Но у меня пока еще клиенты им не заинтересовались. Вот заказал кучу пробников. Надеюсь, что эти пробники помогут моим клиентам. Ну и вот такой вот лосьончик для тела. Он тоже шел по демо-версии. Стоил он 2100 тенге. И, соответственно, 50% скидки он за 1000 тенге мне достался. Вот. Конечно же, я его заказал. У меня не все в этот раз демо-продукты, потому что те продукты, которые еще были представлены в компании, они меня не сильно-то заинтересовали, друзья. А поэтому я заказал то, что мне из продуктов больше понравилось. Ну и последнее, что у меня в этом заказе, это, наконец-то, я себе любимому, дорогому, золотому, классному, хорошему. Все комплименты я собрал, которые можно было собрать. Я заказал себе пижаму. Я прям очень сильно заинтересовался вот такой вот пижамой. Заказала себе размер эмочку. Надеюсь, я не прогадал. Ой, эмочку. Да, эмочку. Но будем надеяться. И у меня заказали сразу клиенты еще один размер, по-моему, эсочку, самую маленькую. Вот. Вот они, две пижамочки. Давайте я найду свой размер. Так, вот это размер эсочка. 44-й. И вот размер эмочка, 46-й. Вот. Ну, я так думаю, в каком-то видео я шутил, говорил, что она смотрится так, что в ней можно будет летом по городу ходить. Ну, конечно же, это, наверное, не так. Вот. Но я надеюсь, что размер подойдет. Я сделаю отдельное вам видео. Может быть, сделаю видео шортс маленькое, да? Я вам обязательно покажу на себе и расскажу свой отзыв. Но пока я вот приоткрою занавес. Нет, конечно, мне кажется... Что? А хотя, может быть. В общем, друзья, вот, обязательно не пропустите. А сейчас я просто на работе. Как буду дома, я разденусь, оденусь и покажу вам эту пижамочку. Надеюсь, что я угадал с размером. Если нет, я буду 100% ее перезаказывать, потому что на ощупь она мне уже понравилась. Ну что, мои хорошие, ну что, вот и открыли мы с вами новогодний каталог с почином, с первым заказом. Впереди у меня идут еще заказы. Заказы уже более такие огромные. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной на моем канале. И, друзья, тем, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что это абсолютно бесплатно. Для вас это ничего не стоит, а для меня это приятно. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.